10 октября в Белгосцирке стартовала новая программа под названием «Цирковой калейдоскоп». Пойдем со мной и побываем на тренировке у артистов цирка. На столичный манеж во время циркового калейдоскопа выйдут около 30 артистов, плюс оркестр и балет. В программе задействованы только артисты цирка. Из-за постоянных гастролей это большая редкость. Все артисты наши. И артисты, которые цирковые, которые выходят на манеж, и оркестр, и балет, и постановочная группа, то есть все наши, все белорусские артисты. То есть это очень важно. И для нас вообще такой факт, ну, во многом даже исторический, я бы сказал. Представление перенесет зрителей в сказочный мир древних преданий, легенд и мифов Беларуси в сочетании с неповторимым цирковым искусством. Оригинальность заключается в том, что мы погружаемся в мир сна манежа. То есть ведь ночью никто в цирке не бывал никогда. Вот, а ночью манеж спит, отдыхает перед дневным представлением. И ему снятся всякие очень яркие цирковые сны. Вот такой цирковой калейдоскоп. Зрителей удивят новыми номерами. В цирковом калейдоскопе будет много животных. Во время премьеры зрители увидят на манеже проворных медведей, собак-акробатов и белых тигров. Выступят воздушные гимнасты, атлеты-силачи и клоунский дуэт. Расскажите нам, пожалуйста, что это за реквизит? Это кубики для жонглирования. Мы с ними вот работаем, репризу с кубиками, исполняя разные трюки для жонглирования. В основном это один из видов жонглирования. Вот, исполняем различные трюки. Наверное, самый главный наш трюк – это баланс кубиков. Вольный баланс, где-то 10 кубиков на подбородке. Вот в таком вот порядке. 10? 10 кубиков, да. Обалдеть. 10 кубиков, они без магнитов. Полностью они... Все по-честному. Да, все по-честному, все только на исключительно на балансе. И это, между прочим, уникальный номер. Давайте попробуем помочь Даниилу в его исполнении. И чтобы достичь такого результата, нужно много, долго и усердно тренироваться. Рассказывайте, как тренировки проходят. В интенсивном режиме. Да, как каждый день, определенное время у нас мы проходим свои репризы, свой репертуар. Успехов вам, давайте. Спасибо, 5. Большое. Спасибо. Хорошего дня. И вам. Класс. Кроме того, будет представлен уникальный трюк, который существует только в Белгосцирке. Это единственная в мире великолепная обезьянка, которая на равных жонглирует с человеком, находясь на бегущем ослике. А в утреннем дозоре на 360 с вами были мы, Кузя и Настя.